Если любите домашние необычные настойки, приготовьте ее на вишневых листьях. Напиток получается с необычным запахом зелени, вишни и замечательным зеленоватым цветом. Наливка из вишневых листьев на любителя, и чтобы это понять, нужно хотя бы раз ее сделать. По этому рецепту она получается довольно крепкая, примерно 35 градусов. Так что если любите напитки полегче, сделайте сахарный сироп и его добавляйте в алкоголь. Со временем наливка будет менять свой цвет от зеленоватого до темно-чайного цвета. Ее вкус при этом тоже будет меняться в более насыщенный. Водка 500 грамм. Листья вишни 2 столовые экона. Сахар 100 грамм. Количество порций 1. Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления наливки на листьях вишни. Вишневые листья сполосните, обсушите и мелко порежьте. Выложите в банку с широким горлышком. Всыпьте сахар. В банку с листьями и сахаром влейте алкоголь. Все перемешайте и закройте плотно крышкой. Уберите в темное сухое место и настаивайте в течение 5-6 дней. Процедите наливку через мелкое сито с ватой. Перелейте в бутылку и закройте. Перед употреблением охладите.